Первое в Иванове, 15-е в жизни. Художник-космополит Владимир Двизов представляет жителям нашего города свою авторскую выставку. В экспозиции 18 работ, выполненных в символистском направлении. Одна другой ярче и эксцентричнее. Понять, что хотел сказать автор, несложно. Здесь, например, он показывает, как много искушений ждут художника с большой буквы на его пути творчества. Искушения, которые мне мешали заниматься творчеством там, и так далее. В первую очередь, женщины. Деньги, вино, спиртное. Все это мне обжорство. Или фантазии, как заработать миллиард за один день. Но сбить с пути истинного художника Двизова не получилось ни одному из 13 искушений. Он нашел свой собственный путь и свою манеру осмысления. Ответ на главный вопрос – зачем жить? И лежал он в сфере творчества. Картины очень яркие, светлые, оптимистичные, хоть и по-символистски саркастичные. Вся вот эта живопись построена от витража. Вот мои детские впечатления – это витраж. Открытые краски. Я вот черной краски вообще не применяю. Я стараюсь смешать там какие-то там, ну, грязь там какая-то. Да, вот дело еще в том, что в картины передается, ну, флюиды, как там называют, от художника. И она заряжается, в принципе. Я в это верю. На масляных полотнах можно увидеть и Ивана Грозного, и Фрейда. Причем великий государь убивает не своего сына, как на прославленной картине, а художника Репина. Так символист Двизов протестует против вымысла в истории. Главный упор автор выставки делает на смысл, а передать его лучше всего через символы. Вот сами картины появляются. Меня спрашивают, как ты их придумаешь? Я не делаю ни эскизов, ничего. Вот образ раз и все. Прям готовая картина. Как у Менделеева таблица его. Ну, как говорят по мифом. Ну так у меня. Вот картина хлоп и все. Я только раскрашиваю ее. А откуда берется, я не знаю. Работы художника Двизова заряжают позитивом и энергией. В них сама жизнь. Пусть увиденная и переработанная одним фантазером. Оценить символизм посетители смогут в галерее Шереметьев центра ИГХТУ до 15 февраля. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.